«Утро страны» на телерадиоканале «Страна-ФМ». Да, друзья, готов подтвердить. 10:04 в Москве, и прямо сейчас на телерадиоканале «Страна-ФМ» продолжается утро. Вы слышите вот звуки, которые... Да, и голос теперь слышите. Слушайте, у нас первая песня была «Джиган» и Артем Качер, песня «ДНК», которая там очень часто у нас звучит в программе по заявкам. У нас в гостях Артем Качер. Артем, доброе утро. Здравствуйте, «Страна-ФМ», телерадиослушатели, и мне очень приятно тут находиться. Ну, доброе это утро, я продолжаю песню. Офигенно, что ты пришел, мы тебя ждали, на самом деле. Пригласили. Слушай, мы сегодня о многом будем говорить, и пути становления творческие, о футбике обязательно поговорим. О, супер, ты же страстный болельщик, да, насколько я прям, да, я ну, давай все-таки начнем, поскольку песня у нас прозвучала, ДНК, вот эта коллаборация с Жиганом. Вообще интересно, как идея возникла, от кого пошла тема, вообще, как все это происходило и родилось. Да, это такое, конечно, сказочный фидбэк произошел после написания. Мы даже, ну, мы предполагали, что это будет таким большим хитом в стране, но настолько, честно говоря, наверное, никто не был уверен. А получилось как все. Мы познакомились с Джигой, познакомились у Артика на дне рождения. Это человек, с кем я сотрудничаю. Группа Артика Асти, если знаете. И вот там познакомились, как-то друг другу накидали респектов в адрес друг друга. И созвонились прямо на студии. Он мне набрал, говорит, если ты свободен, подкатывай на студию, я тебе кое-что покажу. То есть уже был какой-то материал, да, какие-то уже заготовки? Да, уже была такая заготовка, но просто не могли найти тот вокал, который нужен был, наверное. И я вот спел буквально сразу же этот припев, и Джига мне говорит: слушай, а у тебя есть виза в Америку? Я говорю, есть. Все, мы, значит, на днях летим в Майами снимать клип. И это вот очень все так, знаешь, по-трушному произошло, по-честному. И, наверное, народ это услышал, почувствовал, потому успех такой у песенки. Но произошел. Это тот случай, когда, что называется, все сложилось, да, все сошлось, да, да, не было никаких косяков, проблем. Было, да, там столько магии было на самом деле, сопутствующую и выходу песни, и съемке клипом, клипу. То есть много было чего интересного. Слушай, но песня-то порвала. Да, да, порвала, да, 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 в прямом смысле этого слова. У нас слова. Уже больше 700 тысяч шазамов, да, по-моему, по 20 миллионов на Ютубе. Ну, круто. Да, учитывая еще то, что в оригинале, я думаю, что многие знают, она звучит несколько иначе, эта песня, конечно. Мы себе не можем этого позволить прямо сейчас в прямом эфире. Но, собственно, ну, да, смысл-то не поменялся, по большому счету. Что там, ну, слово, если что честно, здесь, да, слово, просто это... состояние кайфа, наверное, при прослушивании песни, это была основа та, которую мы заложили в песню. И вот, не знаю, кто по-разному ее как-то чувствует. Ну, разница, мне кажется, в силе воздействия просто. Наверное, да. Но народу очень близко другая версия. Спасибо Ленинграду, что он интегрировал это в понимание слушателя нашего русского. Слушай, я тебе хочу сказать, мы уже что не боимся. Эта тема тоже близка очень. Друзья, Артем Качер у нас в гостях. Сейчас небольшой перерыв, и мы обязательно продолжим. Вернемся к вам. Это «Страна ФМ». Доброе утро. Ну, а мы чуть-чуть остановились, друзья. Прямо сейчас продолжим. Телерадиоканал «Страна ФМ». Артем Качер у нас в гостях. Артем, доброе утро. Еще раз. Еще слушай, раз мы, утро же, мы же сейчас с тобой за кадром говорили. Твоя первая песня вот в новом проекте. Точно. Да, это же я, была с нами связана. Я еще хочу она. Повторить для всех. «Страна ФМ» — это первая радиостанция в Москве, которая поддержала мою песню. Я помню, для меня всегда был такой мечтой-показателем, когда я вот буду в Москве. Попасть на FM. Да, попасть на FM, я буду ехать в машине и услышу свою песню на радио. И вот «Страна FM» — это первая станция, которая вот осуществила, можно сказать, но мою мечту. Но это был год три назад, когда это мы были, когда телека, да, еще не было. И у меня нас, еще, да, даже, у меня был, в принципе, другой проект, другой псевдоним. Песня называлась «Делаю больно». Угу, ну, я помню. И вот, да, она крутилась, и это для меня было вообще такое большое-большое счастье, событие. Слушай, ну а скажи мне вот эти ощущения, когда вот у человека, который стремится, делает, и у него есть, у него есть вот, ну, первая граница, которую он хочет достичь, да, да, вот первый потолок такой, да, за которым будет второй, и вот вдруг ты включаешь, там в машине где-то еще и твоя песня реально звучит из динамиков. Это непередаваемое чувство, это на самом деле состояние эйфории, полета, и, ну, наверное, поймет только тот, кто это испытал так же, вот, когда именно все по-настоящему, когда ты не прям, так сказать, с самых прям низов к этому шел, но на самом деле ты шел как бы не без каких-то продюсеров, без каких-то вложений, ты долго бился, пробивался, и когда, наконец, у тебя приходит какой-то успех, даже маломайский, грубо говоря, да, но это непередаваемое чувство гордости и за себя, и за то, что ты в целом выбрал правильный путь, и в целом это круто. Но можно сказать, что это было все офигенно, а можно, да, а можно и по-другому сказать. По-другому. Но мы скажем, что это было офигенно. Слушай, мы же тебя хотели поздравить с тем, что дебютный сингл «Яд». О, он, да, же стал золотым, да, теперь, да, уже. Золотым, да, более 20 тысяч копий проданных. Следующая будет платина, надеюсь. А почему нет? Слушай, а после платины есть что-нибудь? Нет, есть только трижды платина, дважды платина и так далее. По-разному бывает. Ты же теперь, как правильно мне сказать, ты сотрудничаешь с новыми людьми, с кем ты до сих пор... Да,
это новый лейбл, да, можно говорить? Я долго выбирал, да, команду, у меня было много каких-то предложений, кого-то я не устраивал, кто-то меня не устраивал. Наконец-таки, наверное, вот полтора года назад я обрел большую такую музыкальную семью, Self-Made Music, под управлением Артика, группа Артика, если я говорил. Вот с Артиком мы как бы, может быть... Так смело будет сказано, что это мой продюсер, но вот у нас общий проект «Артем Качер», мы его развиваем, мы болеем одним делом, и надеюсь, что у нас большие-большие планы в будущее. Сейчас мы готовим альбом, кстати. О, круто, а когда да. выйдет, известно уже, нет? Я думаю, что осенью, после такого, тем более, крутого сингла, как «ДНК», нужно очень так серьезно подойти к этому ко всему. Мы постоянно на студии, ну так совмещаем между гастролями. Потому готовим классный материал. Надеюсь, слушай, вы нас поддержите. Да, вообще нет разговоров, о чем ты говоришь, конечно. Тем более, что вот мы говорили о том, что первая песня твоя прозвучала у нас как раз. Я хотел, друзья, вам сообщить о том, что если у вас к Артему будут вопросы или просто какие-то комментарии по поводу нашей беседы, у нас же есть специальная группа ВКонтакте, там есть специальный пост, он вверху прикреплен, как раз там вот фотография с Артемом. Можете круто. Оставлять свои комментарии и вопросы. Плюс к этому можете писать нам на +7 909 928 189.9. Это обычное смс-сообщение. Ты пользуешься, кстати, обычными смс-сообщениями? Честно говоря, иногда да. да. Вот часто маме пишу, когда я взлетаю и приземляюсь куда-то на гастроли. Вот ей только, пишу вот по только родители, потому что у них просто WhatsApp. Поэтому же номер, друзья, WhatsApp и Viber пишите, пожалуйста, прямо сейчас. Скоро мы вернемся и обязательно продолжим. Ну и, друзья, как мы обещали, вернулись. Телерадиоканал «Страна FM». Артем Качер у нас в гостях. Артем, еще раз доброе утро. Слушай, у нас столько темы музыка, и футбол, и песни «Золотой статус». Да, есть о чем поговорить. Да, и, кстати, Артем сегодня споет в течение сегодняшнего эфира целых две песни живьем. Вау. Да. Да, круто, все это здесь, круто. На стороне FM. Только слушай, да. По поводу альбома я хотел спросить уже. Вот он же выйдет осенью, ну примерно, да? Там ну плюс, да, минус. Да, плюс-минус, да, материал осень. Уже собрали, он уже готов? Ой, или да, еще мы пока его писали, наверное, на протяжении полутора лет. Искали что-то, отбирали, и вот уже конкретно подготовили трек-лист. Там будет порядка 13-14 композиций. И вот такие дела. То есть работа идет постоянная, мы что-то убираем, что-то пишем, что-то утверждаем, советуемся с фокус-группой, думаем, как бы что. Ну, следим за трендами. Там будет такой альбом, который будет вмещать в себя абсолютно такие разные стили. То есть стиль, в принципе, будет, ну, такой похожий у альбома, но жанры чуть разные. Там и дэнс-холл будет, там и поп, там и хип-хоп, R&B. Ну, каждый что-то найдет. Слушай, давай уже перейдем к тому, о чем мы, что мы обещали, анонсировали. О, давай. Сейчас, тем более, такое есть повод. Надевай наушнички, пожалуйста. Сейчас будет там музыка звучать у тебя. О, слышишь. Давай, Артем, объяви, пожалуйста, песню, которая прямо сейчас прозвучит. Да, песня моя практически дебютная песня, Артем Качер, «Яд». Давайте вместе кайфанем. Да, давайте, поехали, друзья, смотрим и слушаем. Вау, меня к тебе так тянут глаза океаны, и глядя в них иду ко дну. Давай молчать о главном, губами на грани, стирая между нами табу. Не остановить, по телу будто бы ток, и пульсы бьются в унисон. Слышишь, в такт, сейчас с тобой мы тихо дышим, и все вокруг словно сон. Она боль, боль, она яд, яд, но она моя, моя, моя. Она боль, боль, она яд, яд, но она моя, 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 моя. Она боль, боль, она яд, яд, но она моя, моя, моя. Она боль, боль, она яд, яд, но она моя. Медленно раздеваю, теряю свой контроль. Минуты тают, ты полетай со мной. Мы выше неба, мы словно над землей. И мне так хорошо с тобою. Я знаю, что ты хочешь, просто танцуй еще. Мы как две яркие вспышки, между нами вибрации. Давай громче, разбавим тишину. И я тебя вдыхаю, я тобой. Она боль, боль, она яд, яд, но она моя, моя, моя. Она боль, боль, она яд, яд, но она моя, моя, моя. Она боль, боль.
она боль, боль, она яд, яд, но она моя, моя, моя. Она боль, боль, она яд, яд, но она моя, моя, моя. Она боль, боль, она яд, яд, но она моя, 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 моя. Сегодня Артем Качер, живое вступление песни «Яд». Слушай, как же ты крут! Ой, ладно, не начинайте. Это не коммуникация, абсолютно. С утра тяжело петь, с утра тяжело петь. Вот как с пластинки практически. Нормуль было. У тебя же серьезное образование, джазовое, эстрадное. Ой, ну да, у меня Гнесинская академия, училище, то есть все вместе. Ну это же... Очень помогает при написании песен и так далее. Но сегодня утро, вроде нормально было, ничего просто. Прекрасно просто. Ну что, у нас еще одна песня совсем скоро, вживую от Артема Качера, друзья. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и через несколько минут к вам снова вернемся. Доброе утро! Доброе утро, друзья! Телерадиоканал «Страна ФМ». Артем Качер у нас в гостях. Артем, еще раз доброе утро. Ну, вот люди сверху спустились и говорят, ну как же это все выглядело круто, когда живьем-то вообще человек спел. Жду сам посмотреть. Слушай, ну было классно на самом деле. Я вот о чем хотел спросить. Скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя, вот такой вопрос в принципе традиционный, но просто правда интересный. Есть ли у тебя вот, ну не будем называть кумирами, да, люди, на которых ты равняешься и вот от которых ты, может быть, что-то взял себе? Ой, на пусть самом это деле, будет и зарубежно, может быть, наши какие-то артисты. На самом деле я вообще не стесняюсь этого. Меня очень многие вдохновляют, очень много кто нравится. Допустим, из отечественных исполнителей я вообще огромный поклонник Николая Носкова. Для меня это такой мастодонт, человек, у которого я пою абсолютно, конечно, в другом стиле, но рос на его музыке. Очень нравился ранний Меладзе. Сейчас Меладзе тоже крутой, но ранний я прям рос. Ребенком помню, мама, ну, папа. Ну, это когда «Лимба», да? Вот, да, вот эти все первые это песни. Все, все эти песни, «Самба белого мотылька». «Как ты красиво как сегодня», ты красиво, да, сегодня, потрясающая, да, баллада, да. Это классные музыканты, артисты. Пресняков-младший, то же самое. Это то есть, классика уже. Агутина. Нет, я прям с детства следил всегда за музыкой. А если брать зарубежных исполнителей, опять же, мама привила вкус. Элтон Джон, Стинг всегда звучали дома. Я вот помню, когда кто-то уходил, я включал музыкальный центр, все песни эти пел. Майкл Джексон. Под вымышленный микрофон. Да, все, да, вот пульт это у меня был. Либо отлично, от кондиционера, да, да, либо от Видика. Помнишь это слово? Видик, умирающий. Да, и вот так было. Классно. Слушай, я предлагаю сейчас сделать неожиданный поворот. Мы с тобой хотели интересно просто. Давай футбик обсудим уже. Ой, давай от музыки отойдем чуть-чуть. Я думаю, что слушатели это сейчас ждут. Как очень тебе сильно все то, что происходит? Как ты относишься к тому, что... Вот ты сейчас только задал вопрос. У меня уже мурашки бегут. Я очень-очень рад за страну. Я слежу, был на матче открытия, был в Питере на игре с Египтом. Сейчас, к сожалению, не смогу посетить, но я верю. 5 часов. Мы болеем за сборную. Да, я, сегодня с Уругваем мы играем. Я все мониторю, за всем слежу. Жду уже стартовые составы должны вот-вот объявить, потому я верю в страну безумно. Слушай, ну вот понятно, что прогнозы неблагодарное дело, мы же там, ну будем открытым текстом говорить, мы, да, в общем, товарищески провалили практически. Да, все. Товарищески мы сыграли провалили, прямо я вот очень все страшно плохо. Так подходил, ну у меня ожидания были такие, знаешь, нерв у меня был такой натянут очень сильный, но так выдохнул, когда после первого матча с Саудовской Аравией я понял, что эта сборная может играть на очень высоком уровне. И у меня вот Дзюба, Черышев и Головин, это прям те люди, в кого я безумно верю. Ну, они красавцы. Дзюба вышел через минуту, забил они головой. Когда там, три, да, дракона, знаешь, из «Игры престолов», которые, да, да, летят. Да, да, да. И такая уверенность у меня какая-то появилась, которой, наверное, давно не было за командой. Ну, короче, будем сегодня болеть за наших, да, и надеемся, ура, что, собственно, да, все так и будет. Давайте, друзья, мы сделаем небольшой перерыв. Артем Качер у нас в гостях. И впереди, кстати, еще одно живое исполнение здесь у нас на стране FM. Обязательно дождитесь. Доброе утро. Друзья, телерадио канал
«Страна FM». Доброе утро еще раз всем. Артем Качер у нас в гостях. Да, Артем, можешь надевать? У нас ура, я уже одел. Да, совсем скоро у нас очередная песня «Живьем». Давай минуточку потратим еще на разговор, тем более, что с тобой действительно очень интересно. У нас даже за кадром не прекращается. Да, мы говорим обо всем. Мы постоянно трещим. Даже о том, о чем в эфире нельзя говорить. Слушай, вот скажи мне, пожалуйста, тебе нравится, куда развивается сейчас музыка? Наша, я имею в виду, отечественная. Мне очень нравится. Вот рэп, как он выстрелил, да, последние два года. Какие-то. Ну, я всегда был в этой, так сказать, не знаю, правильно сказать, черной музыке. И я очень рад, вот это, что это веяние идет. Я это делал всегда. R&B, хип-хоп. То есть я очень рад, что это так популяризировалось у нас в стране. И, конечно, есть что-то такое чуть-чуть отталкивающее, да, чересчур, наверное, какой-то закос под Запад, под те тенденции, которые сейчас там модные. Какие-то радикальные штуки, вот, да, перебор мата и так далее. Абсолютно не мелодический хип-хоп, я его не люблю, когда... То есть какие-то повторяющие одна фраза может всю песню идти. Я вот это не совсем понимаю, но в целом то, что вот такой популярный жанр стал, я этому очень рад. Слушай, мне кажется, ты бы не смог много читать, потому что ты для этого слишком круто поешь. Ну, я больше, да, я больше певец, но... Как человек, который круто поет, может читать все время без пения? Это просто, невозможно. Но в целом, мы это говорили вот сейчас за кадром, что, возможно, все-таки интернет, может быть, я банальные вещи говорю, но это же правда. Интернет, он поработил нас, и мы этому очень рады. То есть, благодаря интернету больше артистов появляется, но больше талантов. Ну, там нет никаких рамок и границ, да, и так далее. Да, рамок и границ, поэтому поперло большое количество молодежи. Артем, давай артистов. Уже будем петь. Давай объяви следующую песню, что это будет за песня. Песня, мы ее выпустили перед ДНК, и она так, может быть, кажется, что в тени, но она очень популярная, на всех концертах поют «Люби меня», так что давайте споем вместе. Давайте, друзья, Артем Качер у нас в гостях. Слушаем и смотрим. Поехали. Поехали. Я нарисую новый мир для тебя, и будем таять мы с тобой по каплям. Касается твоей ладони моя, и мы сплетаемся ночью внезапно. Растает лед на твоих губах, пылает сердце от прикосновений, и ты забудешь, что такое страх. Почувствуй нежность этих движений. А ты люби, люби меня так нежно, я в тебе весь бесконечно. А ты люби, люби меня так сильно, я хочу невыносимо. А ты люби, люби меня так нежно, я в тебе весь бесконечно. А ты люби, люби меня так сильно, без тебя невыносимо. Мне хорошо, когда ты рядом со мной. Я погружаюсь в мир своих иллюзий. Закрой глаза, летай со мной. Потоки нежности просто почувствуй. Растает лед на твоих губах, прикосновения бьют током по венам, и ты утонешь в моих руках. Запомни нежность этих мгновений. А ты люби, люби меня так нежно, я в тебе весь бесконечно. А ты люби, люби меня так сильно, без тебя невыносимо. А ты люби, люби меня так нежно, я в тебе весь бесконечно. А ты люби, люби меня так сильно, я хочу невыносимо. А ты люби, люби меня так нежно, я в тебе весь бесконечно. А ты люби, люби меня так сильно, без тебя невыносимо. Невыносимо. Друзья,
друзья, Артем Качер у нас сегодня в гостях. Очередная тяжело песня. Тяжело было сидеть, хотел танцевать. Слушай, ну мог бы встать. Хотя далеко от микрофона не уйдешь. Слушай, я хотел вот о чем спросить. У тебя все очень круто звучит. Вот музыкально все очень круто. Ты это понятно, что делают специальные люди, в том числе. Ты активно принимаешь участие вот в создании аранжировок, там продакшн и так далее. Конечно, для меня это безумно важно. Очень важно. Я должен быть абсолютно полностью в процессе, да, при сведении, при записи, при обсуждении каких-то пачек, бэк-вокала и так далее. Я должен быть в процессе, конечно. Ну что, друзья, давайте, давай, Артем, еще раз прервемся. Давай. Сейчас напелись мы. Чуть-чуть попозже наговоримся. Артем Качер в гостях на Стране FM, друзья. Доброе утро. Друзья, телерадиоканал Страна FM, доброе утро. Артем Качер у нас в гостях сегодня. Ну вот Таня Лорак, песня «Сумасшедшая». Скажи мне, пожалуйста, ты считаешь себя сумасшедшим человеком? Ой, ну, абсолютно. Или человеком, который вот что-то рассчитывает, все и как бы так не особо без эмоций. В хорошем, и, к сожалению, бывает даже в плохом. Я в работе такой иногда бываю. Могу психануть, когда что-то мне не устраивает. Да, бывает такое, да. Но, наверное, в большей степени в хорошем смысле сумасшедший, потому что если бы не был, то не пришел бы, наверное, к каким-то историям, да, каким-то целям, которым долго хотел идти. Слушай, мне кажется, артист, когда он нормальный, это неинтересно. Да, это неинтересно. Хотя есть такие случаи у нас, да, примеры, но в целом все такие импульсивные, эмоциональные, и это помогает. Слушай, ну ты вот говорил, что ты плотно работаешь над всем. Часто приходится вообще, когда, знаешь, бывает ощущение, утром просыпаешься, послушал то, что записал вечером, накануне, говоришь, да блин, ну да, что да, это постоянно. Вообще? Да-да, слушай, я же вчера с этого там с ума сходил, у меня бежали мурашки, а утром слушаешь и думаешь, причем, дорогие слушатели, это все на трезвую, не подумайте, что это все делается по пьяни с бодуна, а утром просыпаешься и понимаешь, что это. Нет, просто бывает какая-то, наверное, волна, тебе кажется, что это круто, а просыпаешься и думаешь, что... Ну, это иногда, кстати, мешает. Может быть, и не нужно так копаться, а вот тебя прет, тебе кайфово от этого, и надо, значит, выпускать. Это как у звукорежиссеров есть вот это вот понятие. Ой, нельзя остановиться сводить, можно только перестать. Да-да-да. До бесконечности практически. Слушай, ты внимательно следишь за трендами, за всякими. Ой, а да. У меня каждое утро с этого начинается. Все сайты, все паблики. А скажи мне, что важнее для тебя? Вот то, что внутри, в сердце у тебя, в душе, да, ты почувствуешь, что моя песня, вот я ее вижу так, и мне плевать, что в принципе происходит в другой музыке, потому что я слышу так. Нет. Или там какие-то, понимаешь, ну там демо-варианты ты даешь другим людям, послушайте, ребят, как оно звучит. Если я правильно вообще понял твой вопрос, я сейчас попробую ответить, а ты скажи, я правильно, я сказал, нет. Раньше я делал музыку только ради себя. Вот об этом я спрашиваю. А сейчас я абсолютно в правильном смысле имею в виду, что я, ну, как бы начал на это смотреть больше как на бизнес, потому что всем нам нужно кушать, всем нам нужно, да, и потому как бы сейчас я делаю как для себя, стараюсь делать, как для себя, так и для слушателей, чтобы это нравилось и народу, и себе. Потому что те, кто вот говорят там обеими руками за трушную музыку, за крутую музыку, все, они по сути же эгоисты. Они делают только, кайфуют сами от своей музыки и все. А вот я считаю, что нужно делать и для людей тоже. Мне кажется, абсолютно правильно. Мне вообще непонятно, когда люди говорят, я пою для себя, и мне... Слушай, ну сиди, пой на кухне, да, тогда. Вот ты у же меня вываливаешь очень часто это в споры iTunes, возникают с ребятами. И так далее, мне многие, да, говорят, вот ты начал делать попсу, ты начал делать поп-музыку, ты же раньше был другим. Да нет, я просто раньше упирался только в свои вкусы, а сейчас я хочу, как бы, знаешь, оставить какой-то след, оставить какую-то историю, чтобы народ приходил, чтобы получали все удовольствие так же, как и я. Потому я чуть начал смотреть по-другому на какие-то вещи. Артем, слушай, ну вот время пролетело мгновенно практически. Вау, вы поняли, как пробежало? 45 секунд, давай быстренько, где тебя в ближайшем будущем можно будет увидеть? Во-первых, и какие планы? Еще раз огромное ближайшие спасибо Страна FM за приглашение, за то, что поддерживаете молодых артистов. А по поводу себя, следите за моим творчеством, у меня куча планов, куча целей, совсем скоро альбом мой дебютный и совсем скоро большой концерт в Москве. Он будет анонсирован на всех пабликах у меня, на всех, во всех соцсетях. В Инстаграме отвечаешь на комменты? Да, я стараюсь. Девушек хотя бы. Стараюсь, особенно девушкам. Ну что, слушай, большое тебе спасибо за то, что пришел сегодня. Я считаю, замечательно поговорили. Взаимно. А песни звучали живьем, вообще огонь. Об этом говорят все, кто сегодня здесь. Да, и болеем сегодня за сборную. Нужно повторить. Да, болеем. Ну что, друзья, Артем Качер был у нас в гостях. Артем, еще раз громадное спасибо. Выпустишь новое, приходи сразу к нам. Супер, я все, ловлю вас на слове. Спасибо, пока. Пока. На телерадиоканале «Страна FM».